вообще наплевать на то, как ты выглядишь и какая на тебе шуба. Замерли в ожидании. И они неистово жрали мех. Такая драма. Настоящий писец. Общество теперь делится на обладателей воды и покупающих воду. Ворующих, если придется. Никакой надежды в головах. Это точно. Мне, как и реальности, важно лишь выживание. Сколько рисков в принципиально непредсказуемом будущем.